Так, тут кто у нас? Добрый вечер, ребята. Добрый день. Ты чё орёшь-то? Ты чё разоралась-то, дурочка? Чё вы все орёте-то просто так? Ой, это в нас, да, я вижу, он прям рядом со мной стоит. Да хватит ты кричать. Чё ты орёт-то меня? Совсем что ли конченые? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет. И Киберпанк 2077 Phantom Liberty тоже на связи. Я вам желаю приятного просмотра. Будет, как всегда, весело. Загружайте свой царский королевский и давайте начинать. Так, а где вообще? Господи, что здесь произошло? Я только зашел в Киберпанк. Что тут случилось? Машина взорванная, чел лежит, ревет. Просто что происходит? Что? Машина горит просто так. Что я сделал здесь? Что произошло в те секунды загрузки, пока я был в менюшке? Угу. Слушайте, весьма занятная история, что же делают в этом подвале. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Ну, тоже верно. Погоди-ка. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Бля, что здесь за диалоги вообще? Я просто поражаюсь иногда. Весьма пикантные, так скажем. Кто я вообще попал? Опять тут какой-то стрип-клуб, опять что-то какая-то дичь творится. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни. Я не могу просто с этих диалогов. Это просто песня, я не знаю. Какие-то проблемы? Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в VIP-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Ну, он сделал правильный выбор, я так скажу. Он просто ушел. Просто посмотрел на этого здорового чела и решил, так сказать, выйти на перекур. Мужик. Ой. Чего? Что опять? А. Не беси меня. Ты подожди, сейчас я разберусь. О, дверь открылась, отлично. Забегаем, забегаем. Пошли в жопу, ребята. Отстаньте от меня. Не хватит стрелять, я сказал. Да дайте оружку мне. Да едите его в корень. Самурай какой-то. Тихо, 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 тихо. Ты кто вообще? Горит что-то. Бляха. Нормально, живем, тихо. Дайте, дайте, где катана? Катана у него была. Его напополам распилило, кошмар. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. Просто легенда, я не знаю. Чё происходит тут? Это кто там попукивает по мне? А, здорово, ёперный балет. И чё ты тут распукался? Что-то взрывает начал, стреляет, главное, так уверенно. Слушай, думает, главное, что победить меня сможет. Ну, слушай, могу сказать тебе только удачи. Мне предлагает расслабиться человек, который перерезал половину персонала. Ну, не прям перерезал, я тебе так скажу. Я как бы, ну, слегка их травмировал. Ну, это поправимо, ты должен понимать тоже. Рипер по кличке Фингерс. Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Я не могу просто, ну что? Ну как разработчики просто могли это придумать? Я просто не понимаю вообще. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать. Да, спасибо.
Тебя засандалить можешь, не? Я ничего не знаю, я просто тут работаю. Ладно, не вопрос. Убедила. Ее забрали ребята из студии брейнданса. Я даже не знаю, как их зовут. Вспомнил? Они говорили про бабочку, про вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Так, ну-ка еще вспоминай дальше. Синхронизация... А, нет, слушай, синхронизация отключилась что-то. Какой-то сбой в процессоре произошел. Сори, бро, ну ты оклемаешься рано или поздно. Я тебе отвечаю, наверное. 100% информация. Ладно, пойдемте. Упс. Сорян, ребята, я поехал, давайте удачи. Да не высовывайтесь, придурки! Да пошел ты в жопу! Орёт тут на меня, чё орёт? Тихо, 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 кто, откуда, где? Вот, здрасте, добрый день. Опять там огнемётчик какой-то, чего? Это чё пролетело сейчас? Что происходит в этой игре? Вообще кошмар какой-то. Ребятки, добрый день, как ваши дела? С кайфом, да? Ну, отлично. Какой реалистичный VR-то, да, у вас тут? Вообще жесть. Прямо чувствуется... Чувствуется, что прям... Головы нету, да? Как будто бы. Ну, отлично, отлично. Прям супер реалистичный VR. О, мать тут отдыхает. Здорово, как делишки? Че, тебе кайфово на мусоре? Мягонько тут, да, так хорошо. Запашок самое главное. Смакотища вообще. Это что за тень? Ребята, у вас тут дома какой-то призрак. Судя по всему, из фазмофобии сбежал. Потому что тут его тень какая-то фантомная появилась. Бутылка сама катится просто так. Ну, в общем, веселый киберпанк вас приветствует, как обычно. Ой, ой-ой-ой-ой. Бляха-муха. Ауч. Было больно. Братишка, мне нужна твоя машина, потому что моя только что закончилась. Это офигел. А, добрый день. Бро, I'm sorry, very well. Мне нужна твоя машина, я поехал. Давайте, удачи. На связи 331. Выезжай, диспетчер. Но только потому, что ты мне нравишься. Да уж, офигенная тут полиция, просто пипец. Он выезжает на разведочку просто потому, что она ему нравится. Не потому, что там кому-то нужна помощь, не потому, что там что-то случилось, а просто потому, что она ему нравится. Гениальный мужчина. Так, а мне заняться делами в ожидании звонка. Понял? Какими делами? Ну, у нас других дел особо нет. Добрый вечер, месье полицейский. Вас подбросит, может, куда-нибудь, не? Я вообще поехал, давайте. Тише, пассатижи, за мной там армия выехала. Охренеть. Просто пипец, ребята. Давайте, удачи, бывайте, до свидания. До свидания, ребята. Я с вами, это что такое? А, это полицейский участок. Етить его в корень. Ребята, давайте, до свидания. Так, а что, это какие-то преступники, что ли? Ребятушки, здрасте. Что, преступничьей какой-то деятельностью занимаетесь, да? И чё ты свою пипирочку достал? И чё? А вот так если? Приятно тебе? Тихо-тихо-тихо, ты чё размахался? Ты слышишь? Конченый что ли? Оп! 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 Хорошо тебе, да? Вот так вот тебе, а? Отлично? Пикалку он в меня свою тыкает. Пашок, ты знаешь куда? Кто стреляет? А? Понял, реклама интересная здесь, конечно.
то оружие, то каким-то мясом торгуют. Ну, слушайте, контрастная, контрастная весьма. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Это был Киберпанк Phantom Liberty. Если вам понравилось это видео, то загружайте свой царский, королевский и оформляйте подписочку на канал. Я думаю, если вам сильно зайдет Киберпанк, то мы его продолжим. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Желаю удачи и всем пока.